Всем огромный привет! Ребята, мы с вами снова на площади Маяковского, Запорожье. Эту площадь у нас, я услышал, хотят некоторые люди, что-то им так захотелось вдруг, переименовать в честь порно-актера американского Билли Гэрингтона. Ну, для того, якобы, чтобы привлечь туриста. Только у меня вопрос, куда привлечь туриста? Вот здесь, на площадь Маяковского. Или в другие места Запорожья, как, например, парк Яванского. Друзья мои, цирк. А здесь у нас парк Яванского, а вернее то, что от него осталось. Давайте придумаем, как мы его назовем, чтобы сюда, так сказать, потянулись туристы со всего мира, чтобы Запорожье стал такой, знаете, меккою, туристичную. Торговый центр Украины. Как вот это все назвать? Которая совсем рядом находится с площадью Маяковского. И на футбольное поле не похоже. И это не парк однозначно. Но такое. Люди, бедолаги, идут. И боятся, знаете, скорость превысить, потому что ты весь будешь в пыли. Люди, знаете, идут в цирк, одеваются красиво, все, как на праздник. Но обувать нужно кроссовки. И в кроссовках фигачить. Потому как я иду в босоножках, у меня уже полные ноги пыли. Запорожье трамваи, в которых могли бы передвигаться туристы. Здесь у нас тут же в парке Яланского есть павильон цветов. И здесь же за павильоном сразу у нас вот такая картина, ребята. Скажите, пожалуйста, какой турист приедет сюда? Кому это интересно? Если не наоборот, вызывает отвращение. Я просто в шоке. Вот такие красоты, они кому-то интересны. Вот здесь кто-то в коллекторе даже живет, 100% уверенный в этом. Там темно, конечно. Но я 100% уверен, что там живут бомжи. Это центр города, ребята. Поэтому как вы не назовите это место, это не спасает и не туристов не притягивает. Мне кажется, в городе должны быть места, которые привлекали бы своих же жителей города, жителей своей страны, а потом уже мечтать о туризме. А пока то, что есть, ребята. Повторюсь, это центр у нас в Запорожье. Я пытаюсь всегда показать, конечно, такую картинку красивую, радужную, солнечную. Но сегодня это уже крик души, потому как пытаются навешивать какие-то названия, переназвания. От этого что-то меняется. Вот такие цветы, которые в вазах, они должны вон там быть полностью, в парке место.
Отпусти мой Ну, не все так потеряно. В Запорожье еще есть туристы. И заметьте, не площадь Билли Гэрингтона, а площадь Маяковского. Скажите, пожалуйста, а сколько эта игрушка стоит? А там этикеточка есть, видишь? Сегодня манго появилась первый раз у нас и абрикос. Давайте манго. Такого давайте я вам попробую. Это килограмм или что? Это ручная работа. Не надо. Что? Никогда вы не выберете. Это брюнос, это норвежский сыровый, отличный сыр, приготовленный по норвежской технологии. Отличается приготовлением. Сыроватка вываривается, добавляются натуральные сливки, имеет вкус соленой карамели, вареные сгущенки такого плана. Свежий под заказ можно делать, когда делаю такой, просто свежий будет. Мастер, тебе нету ни того? Нету вообще ничего. Вообще ничего нету. Скажите, где-то, что вы нарезаете? На брюнос. А что он такого цвета, как шоколад? Имеет выварку долгую. Вываривается сыроватка, добавляется натуральные сливки. Что? А он жесткий сам по себе? 600 гривен килограмм, вот еще такой. Он жесткий сам по себе? Нет, он мягкий, он нежную текстуру имеет. А ореховый сколько? А почему? 550 гривен килограмм. 600. Могу дать еще какой-то попробовать? Могу дать еще какой-то? Это адвентийский сыр, кстати, по сыру здоровья. Литл пони. Олег, смотрите, какой благородный. Я хуй его не решал, так вот я ему жопу дал деньги. Жопа, шестопа, грудь, сичин, битый, дарит, битый. Батька помер и не прикол. Так, блин, я что-то...